Всем привет, играем в Фазмофобию. У нас какой-то Танглвуд, что ли, у нас кажется. Барбара Смит, соль ЭМП и пугаем призрака при помощи благовония. Для тех, кто недавно подключился, не понимает, что происходит, поясню. Это значит, нам нужно не просто благовонием обкурить его комнату, а непосредственно сделать это во время атаки, да еще так, чтобы призрак видел, что мы стоим. И тащим-то его ждем. Если все эти условия будут выполнены, цель засчитается. Я уже, в принципе, такое проворачивала, что-то типа пару раз. Но оба раза это было весьма опасно. Посмотрим, что будет на этот. Получится ли у нас Барбару, так сказать, обмануть. Не обращайте внимания. Так, доски тут нет. Мне показалось, что кость, но нет, это была не кость. Так, здесь что? Здесь тоже кости нет. Дай мне знак. Эй! Чё за подлаги? Дай мне знак. А здесь была, кстати, кепка вот эта, ее можно взять? Ты здесь, что ли? Серьезно? Но здесь не то чтобы очень холодно. Я хочу кепку взять. О, реально можно кепку взять. Прикол. Ты здесь? Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. Блин, ты этот, что ли? Ты, может, коридорный призрак просто? Поэтому трогаешь все двери подряд? Вот здесь тебе как температурка? Нормас? Привет. Как дела? Вот это твоя комната, да? Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. Дай мне знак. Ты здесь? Ты здесь? Что-то у меня с радио опять. Давайте еще раз проверим, потому что в последнее время что-то термометр как-то меня имеет свойство. Привет. Девка в пижаме. Ну и что стоишь? А что ты здесь делаешь, девка в пижаме? Ну вот это твоя комната, очевидно. Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Дай мне знак. Почему сломался этот радиоприемник?
Я что-то прям, ну, не понимаю. Почему сломался радиоприемник и где кость? Такое ощущение, что мы уже, ну, проверили все места, нет? Интересный призрак, конечно. Почему она появилась в детской? Решила меня напугать. Интересная, конечно, Барбара. Ничего не скажешь. Дай мне знак. Дай мне... Все, не давай больше. Так. Отсюда можно смотреть, что там с блокнотом. Можно взять отпечаточный фонарь, потому что она уже пооткрывала много чего. Камеру сейчас куда-нибудь туда водрузим. Кость, сейчас пойдем прямо это, прям чекнем еще раз. Выключись, пожалуйста. Очень бесишь. Так, ну нету отпечатков. Нет, нет. Есть у нас еще определенная надежда, что они появятся, но такое ощущение, что нет, не появятся. Пойдемте глянем арбу. Если арба есть, она нам сейчас очень много сразу. Ладно. Расскажет о призраке, хотела я дополнить, так сказать. Но у нас какая проблема? У нас еще почему-то сломалось радио, и мы не слышим, типа, радиоприемник. Поэтому, возможно, она отвечает на радио. Но мы этого не знаем. О, блокнотец. Пиши еще. Так, что у меня там? А, у меня просто... Просто фонарь. Ревенант, тень Они. Они радио. Ревенант отпечатки, тень, призрачный огонек. Ну, вроде как не похоже на ревенанта. Тень или Они... Десяточка. Могут быть, в принципе, равнозначны по своей активности. Пу-пу-пу. Ну, давайте еще одну камеру возьмем. Склоняюсь я... Да к Они, наверное, склоняюсь. Сейчас попробуем еще раз по радио поболтать. Может, другое радио взять из фургона? Может, это сломалось? Несите новое. Батарейки там нужно поменять, что-нибудь такое. Он, кстати, откинул. Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь?
Дай мне знак. Дай мне знак. Почему радио не работает? Я не понимаю. Так, ладно, давайте кость поищем. Пока у нас еще есть время. До того, как начнется атака. Кепка как стояла, так и стоит. Зеркало, в котором мы не отражаемся. Что делать по призраку, я не знаю. Я, скорее всего, если сейчас не будет арбы на третьей камере, которую я поставила, чтобы она смотрела в дверной проем, если там не будет, я ставлю они. Потому что, ну, какой-то то ли глюк с радио, то ли я не знаю, что это. Но мне кажется, что если бы все работало, он бы ответил на радио. Такая у меня мыслишка. Потому что, ну там я... О-о-о, здравствуйте. Никогда бы не нашла, если бы вот не решила все тщательно изучить. Давай вот так сделаем. Ну, не похоже, что там. Попробуем на другом радио. Ты здесь? Ты здесь? Ты здесь? Что-то мне кажется, вот сглюкнуло радио. Самую малость сглюкнуло. Но я поставлю они. Эй, а почему не засчитала? Это взаимодействие должно быть. Нет, это не ревенант. Будем считать, что они. Я думаю, что у меня что-то в настройках слетело с радио, поэтому оно почему-то не срабатывает. Хотя я, ну, только что вот записывала другую охоту, и все было нормально. Ну, как бы, ладно. Бывает такое. Барбара Смит. Ну... Была бы эта тень, я думаю, я барбу уже бы разглядела. Спишем все на глюк. Барбара! 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 Иди сюда. Сейчас будем веселиться. Веселье с благовонием, Барбара. Иди сюда. Барбара! Барбара Смит, или как там тебя? Ползучная ползучка. Иди сюда. Барбара! Это не охота, к сожалению. Привет, 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 привет. Я к тебе навстречу просто. О, охота. Эй!
Эй, Барбара, эй! Хе-хе-хе-хе-хе. По идее, должно было засчитаться. Что-то она хотела, по-моему, выйти из этого дома сама. Чуть не только радио, игра сломалась, блин, не засчитывает мне взаимодействие. Так же нечестно. Сейчас надо будет перезагрузиться. Так, ну давайте посмотрим. Да, цель сработала. Отлично. Они. Ставим. Поехали. Ну не летит арба. Ну да, да. Отпугнули мы призрака еще раз достаточно успешно, несмотря на то, что она хотела сбежать от нас из дома подальше. Но мы ее все-таки поймали и заставили нюхнуть, так сказать. Ай, благовоние. Спасибо, что смотрели. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.